singing, we will rock you. Свыше 300 участников из разных стран. Концерты, лекции и дискуссии. Третий международный музыкальный фестиваль «Вирокс» начался необычно. Неофициальное открытие впервые состоялось за пределами Владивостока. На концерте для нескольких десятков тысяч гостей и жителей Находки выступили группы из Владивостока, Южной Кореи и Великобритании. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали 7 музыкальных команд из Японии, США, Южной Кореи, Великобритании, Китая и России. «Вирокс» – событие не только развлекательное, но и образовательное. Фестиваль состоит из открытых выступлений, бизнес-конференций и творческих лабораторий. Молодые артисты и продюсеры свои творения представляют не только любителям музыки, но и ведущим международным профессионалам. Основными площадками фестиваля станут три сцены. Две главные, «Звезда» и «Ракушка», будут находиться здесь, напротив городского океанариума. Выступления музыкантов можно будет посмотреть и на сцене «Амфитеатр» возле фонтана на спортивной набережной. Диджей-сеты и концерты музыкантов будут продолжаться и ночью в кафе и клубах Владивостока. С каждым годом размах «Вирокс» только растет. Более 200 концертов на открытых и клубных площадках города уже отгремели на двух прошедших фестивалях. Это событие собирает ежегодно свыше 100 тысяч человек. В этот раз «Вирокс 2015» пройдет во Владивостоке с 28 по 30 августа. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.